Конкурс веб-сериалов, который проходил на кинофестивале «Движение» совместно с продюсерской компанией Александра Цекало, «Среда» остался без победителя. Право выступать перед экспертами завоевали 8 работ, однако выделили только одну из них – сценарий Алексея Алексеева к сериалу «Паранормалы». Отметили дипломом за лучшую пробу пера. Вот фрагмент из тизера сериала. Отмечу, что веб-сериал – это цикл небольших эпизодов, предназначенных для показа в интернете. Хронометраж серии может составлять от 1 минуты до часа. Всего на конкурс пришло более 150 заявок, однако победителя в этом году так и не определили. По словам Александра Цекало, который выступил перед участниками в формате видеообращения, сценарии оставляют желать лучшего. Однако из-за проделанной работы продюсерская компания решила определить самый интересный проект, с авторами которого, возможно, будет продолжено сотрудничество. Замысел на самом деле очень прост. Люди верят в существование сверхъестественного. Я не верю. Мне кажется, это дико смешным, что под какими-то там мифическими вещами люди относятся к ним серьезно. Не знаю. Поэтому мы решили создать некий такой веб-сериал, ну, по крайней мере, идею, да, веб-сериал, который бы именно акцентировал внимание на этом, на всей юмористической составляющей вот этого потустороннего мира, который никто не видел, но все верят в него.